трехметровый забор. Огромная территория – это местность в городе Каскелен Алматинской области. Огороженные владения занимают площадь, сопоставимую с участками 9 домов по соседству. Фото из социальных сетей позволяют предположить, что здесь живут Булат и Гульнур Назарбаевы. Заостренные белые металлические наконечники на ограждении точно такие же, как на фото Гульнур Назарбаевой в Инстаграм, как и уличные светильники-шары. В одном из постов Гульнур – ее гости на фоне бассейна. Такой же бассейн виден на снимке со спутника. Гульнур выкладывает свои фото в компании с Булатом Назарбаевым, братом экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Инстаграме под аккаунтом «Хантуре». Гульнур называет Булата Назарбаева мужем и отцом троих ее детей. Она нередко публикует фото, на которых позирует в одежде известных модных домов. Стоимость некоторых ее вещей в разы выше средней заработной платы в Казахстане. Вот, например, этот образ. Он тянет на 5900 долларов. Это больше 2 миллионов тенге. Футболка от Dolce & Gabbana – 1500 долларов. Джинсы с камнями – 4500 долларов. У Гульнур есть еще одна вещь из коллекции этого бренда. Это сумочка, которая в онлайн-магазине стоит свыше 1500 долларов. В гардеробе Гульнур есть и вещи от Gucci. По фотографиям в Инстаграме мы насчитали одежды и аксессуаров от модного дома на сумму более 21 тысячи долларов. Вот платье от Gucci за почти 6 тысяч долларов. Кардиган за 1400 долларов. Брючный костюм. Он стоит около 3700 долларов. Блуза – 1700 долларов. Пальто за 3500. Сумочка – за 3700. Туфли – за 1100 долларов. Женщины ценят и Versace. Вот, например, блуза от Versace за 1500 долларов. И лосины за 500. Ее образ на фото у ледового комплекса «Алматы-Арена» вытягивает на 6500 долларов. И здесь Гульнур в одежде от Versace. Пиджак за 2700 долларов, кроссовки за 950 долларов. Носит она вещи и других именитых брендов. Такая сумка от Chanel продается за 3100 долларов, сумочка Louis Vuitton за 5800 долларов. Стоимость вещей, о которых мы рассказали только в этом видео, превышает 46 тысяч долларов. Это порядка 17 миллионов 400 тысяч тенге. Азаттек спросил у Хантуре в Инстаграме, на самом ли деле Гульнур Назарбаева приходится женой Булату Назарбаеву и каков источник ее дохода. Женщина не ответила. Гульнур часто путешествует и выкладывает снимки из поездок. Она нередко посещает разные торжества вместе с Булатом Назарбаевым, но не на всех тоях рядом с Булатом Назарбаевым замечена Гульнур. В прошлом году Булат Назарбаев провел пышное мероприятие на юге Казахстана, той по случаю обряда обрезания у малолетних сыновей. Рядом с Булатом Назарбаевым во время торжества сидела другая женщина. Чем занимается и чем владеет младший брат бывшего главы Казахстана, который занимал пост президента почти 30 лет, неизвестно. Информации о бизнес-деятельности Булата Назарбаева в открытых источниках нет.